Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их описанием. Вот такое описание нашел в интернете к работе Эдварда Окуна «Филистимляне» или «Музыкант», 1904 год. Эдвард Окун – польский живописец. С первого взгляда внимание зрителей приковывает образ играющего на скрипке музыканта. На его одухотворенном лице застыла тихая грусть. К его спине прижалась мечтательная черноволосая женщина в античной тунике, которая томно слушает плач скрипки. Вокруг сидят поринутые в послеобеденный сон слушатели. Их явно разморила музыка, а за их спинами протянулся вечный пейзаж умиротворенного итальянского лета. На общем фоне эта работа отличается хорошо продуманной простотой, что кардинально отличает художника от насыщенной деталировки Густава Климта и декоративного маньеризма Альфонса Мухи. Это полотно как нельзя лучше передает особенности творчества и художественного креда самого художника Эдварда Окуна, представителя стиля арт-нуво, который в фигуре скрипача изобразил самого себя, вечного певца сокровенной красоты, которому никак не удалось достучаться до зрителя. Вот такое описание к работе «Филистимляне», автор Эдвард Окун, 1904 год. Пока-пока, до свидания.